Мы рассказываем о том, что произошло в Чите и крае за минувшие сутки. Вы смотрите программу «Время Че» в студии Марина Лиханова. Здравствуйте. Виктор Дрюнин, один из двух братьев, в криминальной среде больше известен как Дрюня-старший. Младшему Андрею вынесли приговор еще в августе 2017 года. Самого разыскиваемого киллера России приговорили к 23 годам лишения свободы. Сегодня в Забайкальском краевом суде огласили вердикт и Виктору Дрюнину. Под прицелами объективов видеокамер Дрюнин-старший, по всей видимости, находиться не привык. Оттого приговор заслушивал под прикрытием небольшой папки. Истинного лица подсудимый так и не предъявил присутствующим. Участникам процесса, именно потерпевшим от его деяний, Виктор Дрюнин направил письма с извинениями в знак своего раскаяния в содеянном. Двум гражданским истцам частично возмещен, компенсирован моральный вред в размере 50 тысяч рублей. И это судом учтено при назначении наказания, ну, естественно, при разрешении гражданских исков. По примеру участников осиновской группировки, Дрюнин также заключил сделку со следствием. И дело его рассматривалось в суде в особом порядке. Однако оглашение приговора растянулось на полдня. Среди участников процесса знакомые все лица и уже заслушанные не раз эпизоды преступлений. Так, по данным следствия, с 2002 по 2009 годы на его совести 9 убийств, похищение людей, грабеж, разбой, угон авто. И все это в составе ОПГ «Осиновские». Виктор Дрюнин совместно с младшим двоюродным братом Андреем некогда являлись активными участниками банды. Сегодня Забайкальский краевой суд приговорил Дрюнина-старшего к 23 годам лишения свободы, 5 из которых он проведет в тюрьме. Оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Дополнительно он должен будет выплатить штраф 300 тысяч рублей и компенсировать моральный вред потерпевшим в общей сумме 1 700 000 рублей. Марина Лиханова, Константин Васильев, ЗАБ-ТВ-24. В прошлом выпуске мы уже сообщали о том, что в понедельник утром на улице Каларской в поселке Антипиха был обнаружен труп мужчины. Бедняга умер от ножевых ранений. В пресс-службе краевого МВД уточнили, что личность погибшего полицейские уже установили. Это четинец 1969 года рождения, подозреваемый в поножовщине, уже задержан. Оперативники вышли на его след по каплям крови, которые были обнаружены на месте происшествия. Уже известно, что между мужчинами произошла ссора, итог которой сейчас расследуется полицейскими. Выясняются все обстоятельства преступления. По статье убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. К другим темам. Мясо с дымком, видимо, соскучившись по съестному, гурман из Акши через дымоход залез в холодильник к соседке. Из морозилки он украл мясо примерно на 3000 рублей. Заметив пропажу, 22-летняя хозяйка поспешила в местный отдел полиции с заявлением. Горе гурмана задержали. 38-летний житель Акши в содеянном признался. Оказалось, биография мужчины уже запятнана проступками. Теперь перечень его деяний пополнится. Его привлекут за кражу. Сейчас он в изоляторе временного содержания. И о происшествиях на дорогах края. Минувший понедельник на трассе в Агинском перевернулась «Газель». Оказалось, 59-летний водитель сел за руль пьяным. С управлением громоздкого авто не справился. В результате ДТП сам и пострадал. Сегодня в центре Читы произошла авария с участием пешехода на перекрестке улиц Журавлёва, Бульварная. Водитель иномарки сбил женщину, которая мирно шла по тротуару. Немедленно секунды нарушитель с места ДТП сбежал, однако позже его задержали. Мужчина, мягко говоря, был нетрезв. Пострадавшую 50-го года рождения госпитализировали в больницу с политравмами. Всего же за сутки в крае зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. В трех случаях 5 человек получили ранения. А на сегодня у меня все. Оставайтесь на Первом независимом, будьте бдительны и берегите себя.